На мототрассе Тагилстроевского района прошли традиционные соревнования на байках, открытое первенство города по мотокроссу, а также открытый этап летнего кубка Свердловской области в классе питбайк, посвященный празднованию Дня города. Поздравил спортсменов с праздником и пожелал удачи на трассе временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев. Рад приветствовать наших участников, гостей города. Действительно, сегодняшнее соревнование – это украшение. Украшение и продолжение Дня города. До начала соревнований Владислав Пинаев пообщался с байкерами и предложил вместе обсудить вопросы развития этого вида спорта. Мотогонщики, к примеру, мечтают о новой трассе, специализированной. Такой нет на всем Среднем Урале. Так, мы все питбайкеры мечтаем, что когда-нибудь у нас в области сделают трассу непосредственно для питбайков. То есть они немного другие трассы идут для питбайков. Побороться за звание лучших на мотокросс приехали 79 участников из 16 городов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Тагильчане выступили достойно. В разряде байков до 450 кубических сантиметров третье место занял Евгений Мельников. В заезде питбайков четвертым и пятым пришли Ярослав Бахвалов и Степан Гилев соответственно.